Эпилог начинается здесь. Здравствуй, Джон. Ты прекрасен, как рассвет. Особенно, когда ты побрит немножечко. Чуть-чуть, самую малость. Джон просто... Ах, просто красавец мужчина. Говорят, что переодеваться тут особо не дадут. 2 градуса. Как он в этой рубашке ходит, я не знаю, потому что на днях я была на улице в 2 градуса. И если бы я вышла туда в рубашке, мне кажется, я бы домой не вернулась. Есть у меня такое подозрение. Но... Видимо, Джон жирненький. У него, кстати, тоже есть дневник, да? А, это не его дневник. А что делает дневник? Что делает дневник Артура у Джона? Сейчас будем читать. Так, это мы читали. Что там дальше? Домики. А, ну это, видимо, здесь начинается эпилог, да? Дальше хреначит уже Джон. Шрифт, по-моему, тот же самый. Нет, стоп, это было. Ой, слушай, мне что-то так западло читать. Давайте я вот так сделаю. Напущенные речи, дача, бла-бла. Я что-то уже так хочу к титрам, что я даже читать не хочу, камон. Я устали, правда. Я очень устали от потрясений нервных в этой игре. Я просто хочу, короче, фигачить. Поэтому мы сейчас вот это вот. И сделаем здесь. Ну, в принципе, здесь, по сути, это пересказ всего того, что мы прошли, так что... Ну, камон. Взял, стащил дневник Артура. Тем временем... Продлевает подарочную подписку. Алан, подаренную клаустрофобиком. Это не может не радовать. Собственно, Алан, спасибо тебе. И с возвращением официальным. Надеюсь, это не первое и не второе продление. Короче, я надеюсь, что ты у нас надолго. Спасибо тебе и, в общем-то, белкам обратно. Так, а вот это уже Джоном попахивает, да? Когда я вернулась в эти края, мне захотелось снова открыть старый дневник Артура. Несколько лет прошли в странствиях, теперь я снова вернулся в эти места, где мы укрывались, когда все пошло наперекосяк много лет назад. Призраки прошлого не оставляют меня в покое. Последние годы нам пришлось нелегко. Джеку я не нравлюсь, а Эбигейл терпеть меня не может, а может наоборот. Слушай, шрифт у Джона, конечно, очень любопытный. Еще какие-то строчки. Может быть, он, знаете, сперва их делает, а потом как бы пишет поверх них. Ну, как будто бы да. Забавно, да? Прикончил какого-то парня, потому что он странно на меня косился. Эбигейл хочет, чтобы я остепенился. Это как? Все, чем я пытался заниматься, рано или поздно катилось под откос, и мне пришлось вернуться в эти края. Север, похоже, не для меня. Интересно, если... Есть ли в этих картах сокровищ хоть какая-то правдивая информация? Ну, что-то так-то есть. Еще какую-то карту наковырял, господи. Серьезно? Сейчас я фермерствую. Но думаю, это лишь до тех пор, пока у меня не лопнет терпение. Я работаю в местечке под названием Ранчо Прокхорнов. Я им, похоже, нравлюсь, потому что я здоровый и злой, а они нет. Видимо, местные разбойники тоже догадываются, что в этом им со мной не сравнится. Подозреваю, что Эбигейл не получит всего, что хочет. Но она, по крайней мере, не сможет отрицать, что я наконец-то нашел нормальную работу. А ну и, в общем-то, все. Ну, хорошо. Коняшки. Куда нам там? Подожди. Насколько далеко нам надо? А, ну, близко. Хорош. Вообще, можно по местам былой славы прокататься, прокатиться. Так что... Не знаю, будем ли мы этим заниматься. Как я уже сказала, я хочу, честно говоря, увидеть титры уже этой игры. Ненавижу затянутые эпилоги. Но... Посмотрим. Пока что бежим туда. Мужик? Мужик, что ты скажешь? No, no. Milton, get over here. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. No, it was nothing, sir. Mm-hmm. Well, David Geddes, pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep, I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, howdy, sir. Gentlemen. Sir. You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, hey, get over here. Mr. Dickens, go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens.
Джон Джим, ты ничего такой, да, без этой густой бородищи? С щетинкой, он хорош. Посмотри, вот это муж, боженька. И ему как парик идет. Артур не особо шел, а вот Джону Джиму прям... Соня, привет. А что говорят? Джон похудее, да. Жилистый, короче. Как железный пруд, знаешь, вот. Худой и твердый. Стоп, а где Артур? Я сказала, прежде чем мы начали эту серию для Ютуба, что бляха. Миссис Милтон! Джим Милтон, how fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Да, кстати, Рождество, 7 января. С праздником. I was going to milk the cows. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? Sure. Why not? Oh, I don't know. I thought you was, I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellers. No. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Боже мой. If it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Good lord, no. Nothing like that. Yeah. Just a ranch hand, then. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Горта пропустила диалог. Я тебе так скажу, ты не одинока в этом. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. Most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Approach her calm now. Сейчас будем дергать телочек за сисечки. Давай. Так, слева, справа. У-ху-ху. Серьезно. Almost got a pail full. Быстро это как-то произошло все. Что-то эти самые какие-то ненатуральные. Hey, Paul. Is that your boy? Sure. Abe, Lancelot. Hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy maid of your paw yet. Такого я еще в играх не делала. We all gotta earn our keep. That's enough, Jim. Come on. How about you and the boy? Пенистая водичка. Не, молочко свежее это еще. Come on, son. Белая пенистая водичка. How old you now, Lancelot? 12, sir. Ain't that grand? It's such a fine name. I like it.
I got imaginative parents, sir. Как ты не делала страдающая Валя? Ну там не было же мини-игры. I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Да, ребят, всем привет, кто подошел. Я напоминаю, у нас эпилог. Если кто-то не смотрел предыдущий стрим, вам не сюда. Идите смотреть предыдущий стрим, он важный. Okay. Well, you get them stalls cleaned out, and I'll see you later. Bye. Я так и знал, что сейчас будем говно чистить. Try and take some pride in this work, hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep close. Мне это знаете, что напоминает? Yes, sir. Как мы ящики в мафии таскали, прежде чем мы поняли, что мы не можем этим заниматься. Я чувствую, сейчас вот Джон Джим вот этим позанимается и поймет, что это твоя мать. Я не готов. Sorry, sir. Я просто не готов. Просто нет. Не, где-то есть. Эй? А ты что думал? Короче, это скоро закончится, я прям чувствую. Последнюю кучку мне оставили, спасибо, игра. Я же без этого не... Никак бы не вот это. Reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Okay. Хороший пацан у нас растет. Только Эбби что-то какая-то неадекватная, еще больше, чем раньше. А ты начал с того, что ты прогнул. Да, я прогнала бандюков. А чё бы нет-то? Я же в них не стреляла. Я так поматерилась, и все. Они тырили наш хабар. Какого? Ну, почти наш. Ну, вы поняли. В смысле? Что за претензии странные женщины? Мужик должен уметь защитить свой дом и свое имущество. Эй. Эй. А если бы я, короче, им не позволила увести наши вещи, да? Ну, как наши, ну, вы поняли. Она бы сказала, ты что, не мог им помешать, что ли? Ты что, тряпка, фу, блин. Вот это вот. Where's Jack? Shoveling shit in pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. Что? Ааа. Сони, да, это был офлайновое прохождение. Все, что сначала, ну, больше сейчас стримов поперло с начала 17-го года. А пацан там все с говном, небось, возится, да? Бедный пацан. Ой, господи, боже мой, не пугай меня. Че я пропустила? Че было? Секас был, ты все просрала, Ангорта, поздравляю тебя. Мини-игра на секас была. Так. Что-то белое было. Или мне показалось? А, нет. А, ну вот этот охотник, которого мы не допрошли. Нужно будет к нему скататься. Мне интересно, как он среагирует на Джона. Все, что до этого был Артур, понимаешь. Далековато, конечно, тащиться придется, но не важно. Да и не коров. Пойдем подоим еще немного. С утра-то молока, омлета сейчас забабахаем. Я говорила, что мы будем рашить к титрам, да? Забудьте. Коровы! Я иду!
Коровка? А где коровка? Коровка! Иди сюда. Пойдем подоимся. Подолбимся, пойдем. Иди, я тебя доить буду. Давай, давай, иди. Пошла! Ты на не в ту сторону, бляха. Ладно, черт с тобой. Так. Ой, простите. Я хотела перелезть. У меня не получилось. Хорошее начало дня. Так, подожди, где-то тут переодеться можно. Может там все-таки... Ну, по идее, я надеюсь. Все-таки будет какой-нибудь комодик. Хоть что-то на него похоже. Где моя одежда? Доброе, да, привет. How do you feel, boy? Doing some work for once in your life. Fine, sir. I did okay, didn't I? I'd like to see more of that from you. Okay, well, I'll leave you to it then. Thank you, sir. А почему сэр-то, а не папка? Мы уже довольно долго и давно вместе вроде. Last morning. How you getting on? Переключаемся. How's it look? You had your breakfast yet? Ain't you got work to do? No one's watching a clock out there. Ты уже позавтракал? Тебе заняться нечем? А ты меня покормила, и мужик на работу пошел некормленный, овца. You stay safe now. Thanks, John. Не, ну вообще. Заберу у тебя все. Короче, яблоко у тебя заберу тоже. Сиди голодная, курица, блин. Вообще уже ни стыда, ни совести. Где моя еда? Нельзя ее тратить, черт, нерационально. Так, о, подожди, законишь. О, подожди, ну-ка. Недоступна, так как ваша активная лошадь на ранчо, а в конюшнях нет. Блин, мои все коняшки купленные. Вот для кого это было все? Эх, ну ладно. Поехали. Переоденьте меня в теплое, идите. Сколько там? 2 градуса. 0 градусов! Камон, я в рубашке. Я сдохну, женщина. Где моя теплая одежда? Что происходит? I said, Abe, yes, where are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Getty, sir. Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to foal, sir, and no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Okay. Duncan. He's over here. I'm good. You get on. Go find them horses. No. I'll show you. Since you showed up, runaway horse has been to some of our problems. And I am thankful for that. I ain't done too much. I ain't much of a rancher. Oh, heck. You... Hey, maybe them Laramie boys weren't so tough after all, huh? Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loud mouths. So, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Well, when Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for, business. Oh. Okay, then. All right. He'll be just at the end there. Well, I better get to. Thanks, kid. Хорошо. Типа он мне еще показал. Угу. Так, здравствуйте. Hey now. Hey. Easy. Отпусти лошадь, она нервничает. There, easy. You Duncan? I'm Jim. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No. Well, конечно. You sure about that? Okay, yeah. Yes, I do. Pretty big one.
That's Jeremiah. Okay, Jeremiah. Мерин мой 600-й. There, boy. Whoa, none of that. Oh, hey, easy now. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Oh, calm down. He likes you. Ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? Может, на него уже пора сесть? А, вот. Supposed to go help your mother. She's got a horse in foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. Oh, Господи. Прости, Господи. Let me ride him a bit first. Get some of the spunk out of him. I'll be in the corral, Ben. Загоните из коня до изнеможения, Господи. Got some energy? Show me then. Давай, конина. Ух, какой хорошенький, Господи. Everything you got. Come on. We're okay. Давай, настерся. Сейчас, короче, надо в поля выходить, а то он здесь замедляется. Только не дерево! Тихо, тихо, подожди. Господи, ненавижу эти места. А! Черт, ненавижу эти места. Ну, смотри, у нас получилось. Что, не умерла, коняшка? Во, отлично! Смотри, у него сразу вся энергия минус просто. Во, повеселились на славу, идеально просто. Метод богичен и прекрасен и рабочий. Все, как никогда. Все работает. Так, он сейчас там в это самое. Ну-ка, давай ускоримся немножко. Чтобы он не успел отдохнуть обратно. Давай, коник, сейчас он тебе еще пацан поездит. Все бока тебе сотрет. Блин, что-то как-то неудобно, я качусь. Давай с той стороны. Я что-то слышала, это Карнуша в Дискорде очень вовремя, как всегда, пишет. Чё, пацан? All right. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Stay calm. Me? The horse. You're calm. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but you sure there isn't another horse for you to ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh. Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Thank you, son. Ура, мы пацану лошадь нашли, точнее пони. Ой, он меня обосрет. Ты что? Папаня, вы чё? Сэр. Мне конь нужен, а не пони. Easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... Just... worry about the horse. Если вам кажется, что вы что-то слышите, вам не кажется. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. Может, как-то все? Так, лошадь, по-моему, уже... You Mr. Milton? I thought you were gonna help me. I am. I was.
Пацан, не сверни шею. I need a man's help. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thanks, Jim. You're doing fine, kid. Give him a carrot. Да ну, come on. Почему именно сегодня? Почему не вчера? Почему не позавчера? Ладно. Почему сегодня? Ну что тебе надо? С рода у свиньи принять? So, you know much about birthing a foal, Milton? Ну, кобылу, not хорошо. Too much. My God, where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town, and it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Найти ноги. Ноги. Нашла. Ноги нашла. Ой! Okay, now hold on. Ой! Вытаскиваем же ребенка из коня. Кобылы. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. Хорошо, что не показали, а? I hope so. Хотя странно даже. После шкурок. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Особенно по вечерам. A drink to toast our new arrival. Когда мужа нет, заходите. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? Да. I didn't know we had any married hands. Yeah. Oops. We have a boy. Подкат не прокатил. Oh, I'm busy. Too busy for social calls. Да, 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 конечно. Good day, Mr. Milton. Сушёная бобла. Пацан, ты там жив? Ты где? Так, коня вижу, но это тот конь. Проводушки тебе. Ой. Руки бы хоть помыть, что ли, где-нибудь. Где бадья, в которой можно умыться, насколько вообще возможно. О, смотри-ка, два коника уже. Это пони, типа? Не похоже это на пони. Ой, если еще сейчас с пацаном кататься будем. Hey, John. Да. Jim. Sorry. So, а ты все еще в ночнушке. А чем ты занималась? Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on, please. Я успела коня объездить, роды принять, а ты все еще в ночнушке и ни хрена не делаешь. How's he been? Коврик, привет тебе. Been kind of withdrawn. Quiet. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Так, слушайте, пока он сверлит, я пока выключу микрофон, так что смотрите игру, а я пока подзаткнусь. Okay, let's go. How you doing? Fine. Can we go home? No. Stay calm. Where would you like to go riding, aside from home? I don't know, but maybe that stream? Good idea. Now you know all this. Get him going. Come on, you know. The horse can feel your fear. Just act confident, okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bit out. Use your legs. There you are. Now let's go.
Jack, a little kick and a... Hang in there, girl. See, you can do it. Now how about you speed up a mic? Okay. Whoa! Now let's slow it down. Whoa, boy. Whoa! Слушайте, ну это миленько. Мой мальчик совсем большой. Совсем скоро будет как папка. Просто. Так, до этого ручья доходишь или до какого? А просто позвездить с сыном, нет? Совсем большой ездит на пони, но пока лошадь по размеру нормальная. Вот дорастет до моих размеров, и конь у него такой же будет. Нормальная. Давай ускоримся. Okay. Come on. Скоро будут ноги к лесу. О, смотри, сам остановился. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing what the right horse and a little confidence can do. Okay, let's go across to the stream. Yes, sir. Ненавижу деревья в этой игре, черт возьми. Слушай, жалко, что с ним нельзя как-то пообщаться, пока мы едем. Сейчас мы его еще и охотиться научим, короче. Что-нибудь такое. Here we are. Yep. We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path. And up to the range. Ой, хоть бы он не сверзнулся. Ну, подыграть пацану. Можно. Господи, сперва спирали, теперь эти самые салюты. Да-да-да. Не осторожно, деревья, пацан. Не повтори моих ошибок. Да, лошадь что надо. Прям никогда никто тебя не обгонит. Ой-ой-ой, не могу догнать. Нет, ни в коем случае. Я сейчас тебя догоню и все, хана. Son. I beat you. Like I said, your riding has gotten so much better. Thanks. Hey, keep practicing your riding. You too. You need it. Какой засранец растет, слышу. Сразу видно в папку. Дай поспать, женщина, 6 утра, блин. Ты весь день, блин, в рубашке ходишь ночной.
в сорочке в своей сраной, а мне пахать коров доить. Окей, па. А, уже па? Уже не сэр, уже па. Ну, хоть как-то. Ну, хоть что-то. $3. Ох, скоро мы взорвемся, я чувствую от негодования. Слушай, пока остальные работники заняты, а Гаддес отправился в город. Джону приходится усиленно трудиться на ранчо. Хорошо. Луманя, вот. Привет тебе. Все слишком хорошо. Не, нам просто показывают, что такая жизнь, ну, слишком спокойная, размеренная и не сильно высокооплачиваемая. Джон, короче, взорвется скоро, я чувствую. Топнет ногой и скажет, нет, просто нет. Так, я все-таки могу подоить коровок, нет? Коровки! Коровки! Их там нету, да? Безобразие. Черт с ним, ладно. Доброе утро, да? Здрасте. Excuse me. Morning. You all right? Not great. Кол что-то осиновый фигачит, господи, для кого? Ладно. У меня коровы доились. У меня их там даже нет. Они там не стоят. Я не знаю. Может быть, они потом появятся. Сперва их сводили погулять. Хотя, блин, по утрам же надо доить их, а не вечером. Эй, Милтон. Can you give me a hand with this fence? Sure. Know much about fence building? Not really. Сейчас научусь. Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you. Wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. That sounds awful, but I guess I don't believe a word of it. Problema. I was raised to take a man at his word, and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard, and I learn fast. Okay. Give me a hand with this fence. Yep, there's plenty more to do. Pound it in there. We don't want it coming down. Чуть странно забивает, ну ладно. Молоточек, мне кажется, маловат. Line it up with a notch and place it in. Don't dawdle. Now, lift up the other side. They gotta line up, see? Now the next rail. Слушай, я не настолько дебил. That's it. You're doing all right. Fine. That looks okay. Go to the next post and pound that in. Ну давай. I hope you've grasped the basics. I got other matters to attend to, but there's more than a day's work here for you. All right. So long. I'll be counting sections when you're done. Okay. Лучше начинать с нижней. Вот я тоже об этом подумала, но... Что-то как-то оно уж пошло, как пошло. Jim Mill, over here. Да подожди, я работаю. Put that fence down and get over here, boy.
Забор, конечно, на соплях держится, скажем прямо. Что там? Ну куда ты налево беги? Че, бычок агрессивный? О боже. Дебила, сейчас вам прилетит, я чувствую. Milton, get over here. Coming. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Нет. Just the basics. Don't make them mad. Angus Geddes, this is Jim Milton. I know how it feels. Mr. Milton, Angus is your boss's son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Come on, move! Wait. Я же говорю, хана вам сейчас будет, дебилы. А, я вся в говне. Ну, как обычно, короче. То есть они втроем пытались, у них ничего не... Да, это было странно. Они, у них втроем не получилось, а я типа в одиночку должна, да? Умные какие, я прям не могу. Тихо, тихо. Come on. Let's talk. Stop. Not the fence. Да come on. Стоять, блин. Да я ни хрена там. Старая для этого дерьма уже. No, no. Нет! Мимиметраж. Нет, не надо стоять. Gotcha. You don't look like you're gonna wind down. But I'll try. Whoa there. Easy. Easy. Oh, come on. There. It ain't so bad. Nice and easy now, boy. All better? Okay. Now, come on, you hunk of chuck. You got a temper on you. Come on. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Так-то я получше вас буду, дятлы. Бросили меня произвол судьбы. Старые привычки. О, все, короче, начинается. Утро с рассвета. You want to watch your mouth, boy. You will be the first one we kill. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Yeah. Look at this tough guy. Get out of here. Oh, fancy pants Getty's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Oh, listen to this. Real funny. No! Get him. Вот да, деточка, вот это я понимаю. На тебе. Ой, какой ты хилый ты, господи, тряпочка. На, блин, на. У тебя как толкаться вздумал? Ты что, баба, что ли, толкаться? Ты еще, блин, ладошками меня тут по волосам-то. На тебе, еще раз тебе, блин, на. На, блин, на. За навоз, за роды. Все остальное. За то, что жена мне не дает. He hit me first. Oh, you can fight, boy. I'll give you that. Well, how's your wife in a brawl? Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got.
Imagine you're frustrated with your lot in life, married to a shit-shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, boy, tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. Мы точно не бьем женщин, Джон. Может, пора начать? Фу, она сама открылась, а как она так сделала? We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Так, я бородею. Надо пойти сбриться. You won't hear any of it. Not in front of the men. You toad. All right, smile. Do not embarrass me. Подожди. Давай сперва вот здесь вот разберемся. Жена, по-моему, что-то хочет. Дура. Эбби какая-то странная. Она местами прям вот, ну, хорошая, но местами прям бесит неимоверно. Вот как-то очень резко к ней отношение всегда меняется. Ну, даже не то, что отношение. К ней не понимаешь, как относиться. Вот отношения... Отзывы смешанные. Вот это про нее. Не, в первой части не играла. How you getting on? Surviving. I think. Here. I'll get you some coffee. Я есть хочу, женщин. Для меня кофе. Кофем своим... No, undertakers like me. Cattle? Not so much. That ain't true. I ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. I was reading the newspaper. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. Ты ж погромче крикни! Boom. You act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just... feels hopeless. You're doing better. Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? Address I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Дай побриться, женщина. Make a man out of you yet. Not too much of a man, mine. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. Save the... real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. No. Of course. It's nice getting out of the house, huh? I like being in the house, Pa. Life ain't just about doing things you like, boy. Так, yes, в прошлый раз у нас с повозками была проблема. Были у нас. Здесь в этот раз все будет нормально. With us. Son, I'm happy. Find it hard, is all. You'll understand someday. Не, Эбби что-то бесится реально из-за каждой... за каждой фигни просто. I don't know, Pa.
It's easy, boy. Don't be scared. Well, what do I do? Well, just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster. Give them a little switch. And then hold to one side if you want to turn. Here, try it out. Я надеюсь, знаете, что хотя бы Джон грохнет товарища Мику. Может быть, он найдет его где-нибудь там по ходу дела. С Датчем, в принципе, там своя тема. Но я надеюсь, что хотя бы Мика найдется и откинется. Куда ты под колеса лезешь, дятел? Бип-бип. Макс, привет. Он с сынули, у нас все хорошо, это овца бесит меня. Давай сына сбежим от нее, ну и нахрен. Вот женщина не проблема. Пойдем, будем жить в лоне природы, я научу тебя охотиться. Кузенька, привет. Sure. Well, cheer up a little. You wait here. I won't be long. Okay. Bye, y'all. And if you behave, I might let you drive us home. Can't wait. Здравствуйте. Можно почту? Hi. I'm here. Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Nope, nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay, John Marston. Chort. Marston. Nope, nothing here for that name. Chort. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes. Sign here. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. Твоё имя, моё имя. Here. Let me help you with this, Mr. Marston. Mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care. Джон, зачем? Зачем было говорить, меня теперь здесь называют Милтоном? Зачем? Ты мог соврать. Ты мог сказать, что Джон Марстон это твой, не знаю, Шурин там какой. Нахера? Нахрена ты это сделал просто? Now, give my regards to Getty's. Thank you very much, mister. Okay, let's get out of here. Everything okay, Paul? Sure. I hope so, at least. Ой, что это так тупо-то, господи. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder. Сейчас, на обратном пути нам хана. Я чувствую прям. О, он задом умеет кататься, слушай. So, wait. We've come all the way out here and we just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, I missed this. А типа, он, наверное, реально ждал, что мы сейчас уедем от этой жизни. Я не знаю. Короче, ты выходишь из дома в магазин с кем-нибудь. Или этот кто-нибудь тебе говорит, ну все, пойдем там. И ты такой, домой? Мы типа сейчас вернемся домой. Мы вышли из дома, чтобы туда вернуться? О боже мой! But I've been sitting in this wagon, I don't know how long. But nothing. Keep on driving. The
And watch the road. Yes, sir. Thank you. Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Boy. Ой, туманчик что-то... Вообще жопонька сейчас будет. Так, это что там такое впереди? Подождите, подождите. Sure. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Hiya! Сейчас такой, а давай на перегонки, я поеду, а ты побежишь. И потом, я выиграл, учиться тебе. Ой-ой-ой. Actually, you know what? Faster. Yes, sir. Yeah. What's wrong, Pa? Nothing. Чуть дерево упадет. Так, пацан, если шо, ныряй под повозку. Так, может, okay. Пуля не заденет. Медленно что-то они это делают. Okay, gentlemen, let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Marston? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out in Roanoke a few months back? No, wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob me. Что ж ты такое дерево-то? Это ты его убил? Нет. Но это был мой брат. Ой, ну извини, он пытался меня ограбить. Боже, ну как? Ну как можно так жить, так как ты еще жив, ты вообще на этом свете, Джон? Мне на секунду показалось, кстати, что вот эта штука моя, лазик мой не работает, прикинь. Он не включался, я прям запаниковала. Oh,
It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Come on. Giddy up. Ну что, поблутаем? Да нет, они заснули просто. Things could have gone real wrong for us. Спари, лошадки, спокойно. Мне кажется, он как-то в детстве меньше переживал, когда попадали в заварушку. Мы вспомните хотя бы, когда мы в доме в большом квартировались, вот там заброшенном. Там тоже была перестрелка. И все было ок. Ну, как бы он так не переживал. А тут вдруг это... Ой, ты его убил. Не, ну, блин, слушайте. В детстве он меньше понимал, что происходит, да. Но это как бы, когда вокруг тебя стреляют люди, понимаешь? И, очевидно, тебя и твоих там близких хотят пристрелить. Ты обосрёшься, сколько у тебя лет ни было, ты понимаешь? А тут он старше на сколько там? Ну, лет на 8. Ну, ладно, может быть, поменьше. На 6, сколько там лет-то прошло. И, блин, мы защищаемся. Что? Это странно как-то. You is a rancher's boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but yeah. That kind of life might suit us. Wouldn't be such a chore if the horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. Ну как-то не знаю, он прям так удивляется, что ой, ты убил их! Ну, камон, пацан, ты видел, как мы стреляем в людей? Ты видел, какая жопа была? Это было... Ну, блин, ну серьезно! Я не верю, что у него настолько короткая память. Он просто не готов. Да. Бой. Ну, это странненько выглядит, ну, правда. Мамке не рассказывай только. Она же говном, с говном смешает меня. Скажет, что это я виноватая, что за нами люди. То, что ты сболтал на почте. What happened? Yeah. It's... I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed, and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son! И чё? Я его спасла! Я не поняла, вот чё она сейчас на меня бухтит? Мой сын, твой сын, наш сын! Чё наш сын? В нас стреляли! Чё ты мне предлагаешь? Что? Что я должна была сделать? Камон! Что? Чё? Что? Дура! Was your dress that caused all the problem? Not even a dress. It was a gift for you. Да я чё, виновата, что ли? Господи! Что на нас поехали люди? Дура! Ах, я не могу, господи, придурка просто, кусок придурка. Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. О, Артур. Приборы, 120. Что 120? А что приборы? Вот... Камон, блин.
Это наш сын. И что? О боже, он увидел это, да? А то, что до этого... Вот что она хотела этим сказать? Даже я, женщина, я не понимаю, что она хотела, понимаешь? То есть, да, она переживала за него. За что, боже, наш сын, ну что ты от меня-то хочешь? Какая ко мне претензия? Блин, мы отстрелялись, мы спаслись. Дура. Это вообще она виновата. Она-то чего виновата? Что, она на почту нас отправила? О боже мой, в следующий раз она отправит нас за морковью. Она тоже будет виновата, что на нас бандиты накинулись? Так, идите в жопу, сударь. Подождите. Что у нас тут? Работает еще охота? Нет, охота пока что нет. Наверное, попозже, да? Что там за могилку закапывали? Кого там закапывали? Хороший вопрос. Короче, какая-то странная женщина. Ну, как бы, ладно, окей. Она распереживалась, все. Но, блин, ко мне-то какие претензии? Что я сделала не так опять? Спасла сына? Ну, сорян. Ой, это странно. Пусан, ты как? How you holding up, boy? I'm still a little shook up, if I'm honest. You're fine, boy. Stronger than you think. Hang in there. I'll see you around. If you don't mind, sir. Опять, сэр. Ну, видимо, знаешь, так. Типа, солдатская вот это вот. Типа, ты ж воин, ты ж солдат. Yes, sir, yes, sir. Вот это вот. Точнее, sir, yes, sir. Но помадить волосы не надо. Точно нет. Ну, давай как-нибудь вот так. Оно быстро отрастает тут. Ой. Бабы вообще друг друга не могут понять. Именно поэтому женская дружба очень редкая штука. Нет, женская дружба очень редкая штука как раз именно потому, что бабы слишком хорошо друг друга понимают. В некоторых вопросах. Как бы, да. Блин, волосня отрастает обратно. Ну, ему, в принципе, идут длинные волосы, Джону нашему. Ну и щетинка. Короче, мы скоро станем самим собой. О, боженька. Это не такая уж редкая штука. Ну. Хрен докажешь. Статистику-то по всему миру хрен проведешь. Но если бы это было не так, так много разговоров бы про это не было, правда? Нет дыма без огня, так что как бы...